Здравствуйте, друзья! Пятница, солнечный день, люди вот на досках, некоторые прям с саксофонами гуляют. Thanks. Это вам прямо вот персональное исполнение, фактически такой marching band, да, только он один. Как и один в поле. Саксофон, да. Вот так вот. А что, Свет, лето, что ли, пришло, так? Надо понимать. Не знаю, погода. 21 апреля. Погода шикарная. 21 жарко, апреля. Чудо. Да. Велосипедисты. Ой. Просто прохожие. И сегодня такой, я бы сказал, день голых ног, все в шортиках, в коротких юбочках, только я вот, можно сказать, в брюках тут хожу, потому что приехал с севера, ну, в смысле, тут 40 минут на север. Вот вы видите, друзья, народ тут со своими досками. Да, красиво. Так, и вы тоже можете так. Костюмы продаются, доски продаются босиком. Даже носки не нужны. Так вот ходишь. Пожалуйста, вода нужна. Но, в принципе, можно даже так вот пройтись вдоль берега без того, чтобы в воду ходить. Волны нужны. Волны. Ну, подожди, вот можно просто, если так, просто эстетическое такое, знаешь, чувство. Вот можно эстетически просто так пройтись и все. И все скажут, с досками. Все скажут, какая красивая пара. И все. Знаешь, мы бы с тобой шли с досками, и бы все бы говорили, ой, какие красивые дедушка и бабушка с досками. Что происходит, друзья, во время отлива? Зарядку делают люди. Смотри, так они. Девушка вообще так нагнулась, наверное, зарядку она делает или что? Так. Там мужчина стоит, какая же это девушка? В розовом костюмчике, вот там, черный с розовым. Я думаю, что она же... Да, это девочка. Она снимает себя или одевает. А, ну, не суть. Вот тут люди делают зарядку. Да, растяжку делают, конечно. Пошел мальчик сейчас на волну. Оп. Да, друзья, в рабочий день, пожалуйста, сколько хочешь народу. Можно спросить, а где же трудовая дисциплина, например? Ой, слушай, такой творят, да? На волне. Да, креативненько. Так, сейчас давай теперь направо идем. Да. Один отвернул сразу. Наверное. Так. Ну-ка, пошли снова там сразу. Трое пошли, четверо пошли. Один потерялся, но трое продолжают, смыло волной. Один ушел. Четвертый, видишь, это из четырех махавших руками. Только один. Вот, друзья, красота-то какая. Да. Вы видите, друзья, как камеру просто вырывает у меня из рук порывами ветра. Вот видите, как чувствуете, все трясется. Это порывы ветра. В такой красоте, друзья, вспоминается анекдот советских времен, когда простой парень сельский поехал в Москву, ну и возвращается в село, там односельчане собрались, стол накрыли, водочку, все сели, говорит, ну давай, говорит, Ваня, рассказывай, как Москва, как. Он говорит, ну, говорит, впечатлений много, мужики, но вот самое такое сильное, это когда на смотровую площадку, говорит, мы поднялись на Останкинскую башню, и там налево я глянул, ты твою мать, говорит, красотичка, говорит, направо посмотрел, ах ты ж твой, а прямо глянул, ну полный трындец. Я говорю, ты мать, а что ты плачешь-то, мать, плачешь-то чего? Она говорит, как же не плакать, сынок, красота-то какая.
И вот мы со Светланой, можно сказать, практически заливаемся слезами, глядя на красоту. Вы, друзья, наблюдаете выставку-продажу раскрашенных и расписанных досок. Вот какие-то тотемы прям. Это от пальмы. Листья вертикально стоят. А это вот человек на машине приехал. И вот тут раскрашивает и продает. Может, он в ней и живет. У него там банджо, я вижу, лежит в машине. Да, чем-то здесь пахнет, Свет? Пивом, что ли? Не знаю, пиво пьет, но тут такое очень хорошее место. Красивое. Хорошее? Да, красиво. Красиво, красиво. Ну, друзья, если вы не знали, слышали, но не знали, чем занимается компания Beeline. Вот, ну я не знаю, где бы она ни была. Вот здесь мы видим, вот у них и веб-сайт есть, пожалуйста. Они занимаются велосипедами. Хорошо, друзья, люди бегут. Движутся люди, машины движутся, а вот недвижимость никуда не движется. А, Света, как сказал? Да. Глубоко. Новенькая недвижимость, тут построили. Глубоко, а? Тут построили. Да, хорошо построили, мило. Там даже он сзади вторым рядом стоит что-то. Друзья, есть причинно-следственные связи такие. Идет волна, скоро будут брызги. Пожалуйста, смотрите. Видите как, не нужно быть особым физиком там или химиком. Волна есть, брызги будут. С другой стороны, брызги есть, была волна. Вот, друзья, дом недавно построили. По 1,5 миллиона квартиры. А сейчас залепили какой-то дрянью. И что-то с ними делают. Что сказать, друзья, всей красотой за один раз не налюбуешься. Поэтому мы так полюбовались. И движемся домой. Так, спасибо тем, кто был с нами на прогулке.